жители города понимают, что что-то происходит, смотрят, интересуются. Последний сбор, он важный самый. В Центре развития семейных форм воспитания снова собрались все организаторы велопробега «Сердце километры». Кто-то в зале явно нервничает перед стартом, кто-то поигрывает натренированными мускулами, кто-то в последний раз обговаривает культурную программу. У нас наконец-то уже готова финальная программа, собственно, программа, как все будет, как будет проходить велопробег, какие мероприятия будут ждать наших участников, потому что действительно до самого последнего дня все это уточняется, корректируется, потому что очень много запланировано, очень много мероприятий. До старта считанные часы. Кураторы проекта из детских домов докладывают. Их велопарк уже начищен до блеска. Маленькие участники проекта хоть и пытаются скрыть эмоции, но нет-нет, да и выдадут волнение. В нас участвуют двое молодых людей. Они так, знаете, по-мужски готовы, спортивно, знаете, психологически готовы. Ну, наверное, присутствует у них волнение. Ну, посмотрим на старте, а затем уже на финише мы их увидим, будем встречать всем детским домом. Что говорить, если способность спать ночью потеряли и старшие товарищи? Я в предвкушении. Только даже потому, что цель такая благая и хорошая, что мы ведь не просто так едем бабочек смотреть и воробушков разглядывать, а мы на самом деле едем с очень хорошей, благородной целью. То есть, и судя по программе, я верю, будет не просто здорово, но очень даже ярко. А самое главное, после велопробега увидеть яркие глазки детей, которые благодаря в том числе этому мероприятию, они попали в семьи. Уже ясно, что велопробег «Сердце километры» изменит жизнь всему краю. Мы вместе и прокатимся с ветерком, и споем под гитару, и порыбачим, и наберемся уму-разуму. Ведь каждый взрослый участник мероприятия – кладезь доброты и мудрости. Я беседовала с матушкой, вот, и она мне сказала: дети приходят в наш мир и приходят туда, куда направляет Господь. Если ребенок пришел в вашу семью, то он не просто так, вы стали его настоящими родителями. Ждем с нетерпением яркую велоколонну и готовимся к празднику. Генеральный партнер проекта – компания «Красцветмет». Партнер проекта – Красноярский алюминиевый завод компании «Русал». Страховой партнер проекта – компания «Росгосстрах».